Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня обзор очередной новинки Realme GT6T. Хороший яркий экран, процессор которого запасом хватит на много лет, отличная автономность и много полезных фишек в системе. Как по мне, довольно сбалансированный аппарат получился. Плюс ко всему будет не просто обзор, мы его еще попробуем по всем ключевым моментам сравнить со старшим братом GT6. Чтобы понять, стоит ли переплачивать или сегодняшнего GT6T достаточно для всех задач. Погнали! Приходит в черной коробке, ключевая информация расположилась на обратной стороне. Комплектация обычная. Гарантия, инструкция, ключик для SIM-лотка, непрозрачный силиконовый чехол, плотный кабель зарядки USB Type-C и фирменный блок питания на 120 Вт. Рамки у смартфона пластиковые, а вот задняя поверхность стекла отпечатки собирает хорошо, особенно верхняя часть, так что носить, скорее всего, придется в чехле. Грани закругленные, экран тоже, не конкретно прям водопад, но все же. Защита, кстати, отличная. Горилла Glass Victus 2 прям шикарно. Блок камер состоит из двух модулей и блока из двойной вспышки. Смотрится симпатично, с защитным комплектным чехлом защищается хорошо. Правда, повторюсь, отпечатки пальцев эта верхняя вставка собирает моментально. Дисплей, друзья, точно такой же, как и у GT6. Шикарный 10-битный LTPO молец с высоким разрешением 1,5К, отличной плотностью пикселей 452 ppi, поддержка HDR10+, DCI-P3 и же с ними. Доступна частота обновления экрана в 120 Гц. При ее активации вы также сможете назначить частоту для каждого отдельного приложения, если это необходимо. Также доступен автовыбор частоты. Дисплей, повторюсь, LTPO. Как вы видите, частота может падать до 30 и даже до 1 Гц в простое или в тех сценариях, когда высокая не нужна. А это означает только одно – огромный плюс к автономности. Также стоит отметить, что вы можете изменять разрешение между повышенным 1,5К и стандартным Full HD. Смотрите, что вам больше по душе. Яркость дисплея отличная, на 100% в ручном режиме около 600 нит. При включении специальной функции повышение яркости в том же ручном режиме почти 1000 нит, но ну, а при автояркости, при сильном освещении, к примеру, на солнышке, дисплей способен выдавать уже 1600, которых вполне хватает, чтобы даже под сильными прямыми лучами солнечными пользоваться дисплеем с комфортом и видеть все на экране. Белый цвет хороший, под углами не сереет, и даже радуга, которая видна при сильном наклоне, как мне кажется, гораздо меньше, чем у GT6. Что касается шимов, в смартфоне есть технология шим затемнения до 2160 Гц. И на всем диапазоне яркости вполне неплохие результаты. Свыше 50% шим около 12-13, на 50% уже чуть повыше, но тоже не критично. Ну а ниже 50 становятся даже еще лучше, так что думаю, проблем с глазами ни у кого не будет. Мультитач ожидаемый на 10 касаний, частота дискретизации или по-другому отклик экрана, как вам больше нравится, 120 Гц при стандартном использовании и 240 Гц в играх, если в игровом режиме включить функцию оптимизации касания. Рамки мне очень нравятся, что от GT6, что тут прямо на заглядение. Боковых из-за специфики экрана почти нет, а вверху и внизу очень маленькие, аккуратные и смотрятся красиво. Собственные ощущения дисплея отличные. Удобный, отзывчивый, яркий, шим в норме, LTPO есть, что еще желать. Ну и раз уж мы все-таки сравниваем его с GT6, то дисплей у смартфонов абсолютно одинаковый по всем параметрам. Выпускается в двух цветах, в зеленом, как на обзоре, и серебристом. Самая низкая цена была 28 тысяч, о чем я делал по в своем телеграм-канале. Сейчас, конечно, уже подороже. Кстати, ссылочки на смартфон по минимальным ценам оставлю в описании к видео и закрепленном комментарии. Разъемы у смартфона точно такие же, как у GT6. Микрофон для шумоподавления и капорты второй динамик сверху. Слева ничего нет. Внизу лоток для сим-карт на две симки без поддержки карт памяти. Основной микрофон, порт зарядки Type-C и динамик. Правая грань классическая, кнопка питания и качелька громкости. Сканер под экранный, работает очень здорово, быстро, шустро, без осечек. Есть, конечно, и разблокировка по лицу, к которой тоже не придраться. Заявленный стандарт защиты в смартфоне IP65. Вес 194 грамма, габариты, как обычно, на экране. В руке лежит комфортно, грани скругленные, да и легче он, чем GT6 на 10 грамм. Так что, если закругленный экран не смущает, то все супер. Есть Always On Display, и на заблокированном экране будут видны и время, и заряд батареи, и все пропущенные вызовы и уведомления. Может работать на постоянку, может в режиме энергосбережения, когда экран будет гаснуть через 10 секунд. Ну и конечно же все эти картинки и то, что надо отображать, можно настроить под себя. Датчик приближения физический, а значит никогда не подведет и не включится во время разговора, и это конечно плюс. Звонилка фирменная от Realme, разговоры записывает без предупреждения собеседника. Вы можете включать ее в ручном режиме, когда это вам надо, или в настройках включить автозапись всех разговоров. Конечно же, проверила качество связи в своем аномальном закутке с очень слабым сигналом. Для сравнения, справа расположился мой смартфон. По факту все отлично, ровный, стабильный 4G и никаких намеков на отвал 3G. Все ровно и спокойно. Кстати, напомню, что и старший брат GT6 также показал здесь стабильное соединение. Агрегация частот есть, значит получаем быстрый мобильный интернет. Три канала передачи данных, 7 и 20 бен тоже на месте. А вот чего нет, так это есть e SIM. Жду не дождусь, когда они будут уже ставить его везде на постоянку. NFC есть, 5G тоже, Wi-Fi хороший, быстрый шестого поколения. Версия Bluetooth лучшая на данный момент 5.4. LDAC на месте, 5X Adaptive тоже, ну и все базовые кодеки, конечно, есть. GPS, как и у старшего брата, хороший, двухдиапазонный, спутников видит много, точность хорошая. Это же подтверждает и отличное позиционирование на карту моего передвижения. Как я шел строго по тротуару пешеходным переходом, так GPS отобразил, все очень точно и без отклонений. Процессор стоит свеженький, Snapdragon 7 Plus Gen 3. Что-то сказать по нему сложно, это практически первый смартфон, который его использует. Техпроцесс 4 нанометра, графический движок Adreno 732. Если его сравнить, то он по всем показателям, но чуть-чуть слабее, чем GT6. Что касается синтетики, в Undutu 10 версии набрано 1 400 000 баллов, как по мне, очень даже солидно. Справа для сравнения буду выводить тесты с GT6. Теперь результаты Geekbench. Ну и напоследок троттлинг тест 60 минут 100 потоков и что-то как-то уже на 10 минуте начинается сброс оборотов в половину мощности. Причем та же самая картина была и у GT6. Что-то как-то, друзья, то ли процессоры такие у Snapdragon в данный момент, а может быть дело и не в них. Не знаю. Зато память королевская. Оперативный 8 или 12 гигабайт тип памяти, самый лучший и на данный момент LPDDR5X. Расширить можно, но, конечно, не нужно. Внутренней памяти 256 или 512 гигабайт и, опять же, самой топовой версии UFS 4.0. А пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Если хотите всегда покупать различные товары по низким аукционным ценам, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Скидоша, где я каждый день выкладываю отличные предложения со скидками, акциями, купонами, промокодами как с Алиэкспресс, так и с местных маркетплейсов. И на мой телеграм-канал с анонсами всех видео, новостями цифрового мира и полезными инструкциями. Ссылки в закрепленном комментарии и в описании. Продолжаем. Ну а теперь давайте проведем небольшие игровые тесты. Надо же нам все-таки понять, как себя чувствует этот новый процессор. FPS будет как всегда, сверху в красном кружочке. И сразу отмечаем одну особенность: лог FPS в играх встречаться может. Танки Blitz – простенькая игра, несмотря на всю мощь процессора и выставленные в настройках смартфона 120 Гц FPS. В данной игре мы видим лог на 60. Да, хороший, стабильный, но все же. Кстати, такая же картина была и у GT6. Посмотрим инфографику, видим средний FPS, который как раз и подтверждает мною сказанное. Есть, конечно же, игровой режим. Тут почти все стандартно. Можете посмотреть FPS, включить производительный режим и так далее. А из нового вы теперь можете сами настроить тактовую частоту ядер процессора и графического движка. Я попробовал, сразу все выкрутил на максимум, но какого-то эффекта, правда, не почувствовал. Но, может быть, вы будете удачливее, пробуйте. По традиции вторым тестом у нас PUBG, и тут, друзья, все очень просто. На любой графике, от самой минимальной до максимальной, нас ждет 60 FPS. И, как по мне это очень даже неплохо, я как раз так и сделал. Поставил максимальную графику и с удовольствием отыграл каточку. Конечно, никаких тормозов не было, все комфортно, как говорится, рекомендую. Конечно, можно было бы дать нам возможность на самой низкой в 90 FPS поиграть, но это оставили для старшей версии. Хотя надо сказать, что через полчаса все равно FPS там падает как раз до 60, так что считайте одно и то же. Посмотрим на итоги. Средний FPS 59.5 и отличная динамика. Ну и как же без главной проверки Genshin Impact? Графика, конечно же, стоит самая максимальная. FPS 60, и как видите, даже при большом скоплении персонажей всей доступной анимации все очень и очень стабильно. FPS даже в таких ситуациях ниже 35 не опускается. Причем я провожу тесты не на первоначальной локации, где все настолько уже оптимизировано, что в нее можно и на калькуляторе играть, а в уже более отдаленных местах, которые оптимизированы гораздо хуже, но именно в них вы будете проводить 90% своего игрового времени. Так что ставим зачет, игровые возможности в порядке. Глянем напоследок картинку. Средний FPS 40, что для максимальной графики очень даже неплохо. Процессор нагревался, как мы видим, до 45 градусов немало конечно но это опять последствия того что все было на максимуме нагрев экрана и задней поверхности после часа игры был на уровне 48 градусов что вполне нормально падение яркости экрана не наблюдалось но даже если вы вдруг будете играть дольше чем я или у вас будет сбрасывать яркость то в утилите игрового режима есть маленькая кнопочка нажав на которую вы в принудительном порядке запретите смартфону сбрасывать яркость пользуйтесь. Переходим к автономности, друзья. Батарея в смартфоне слегка увеличена емкости 5500 мАч и есть быстрая зарядка на 120 Вт, отличный комплект. Проверял, да, 110 Вт видел. За 10 минут заряжает до 46%, за полчаса смартфон зарядился полностью беспроводной зарядки нет. Зато автономность очень хорошая, еще раз спасибо LTPO. Стандартный опыт YouTube 1080, яркость 200 нит. Полного заряда хватило почти на 20 часов просмотра видео, и это реально хорошо, потому что обычно смартфоны с такой батареей показывают около 15. Ну и расход в других сценариях также на экране. Час игры в Genshin Impact 21%, почти уложились в нормативные 20%, но если учесть, опять же, что была максимальная графика, то результат отличный. 30 минут PUBG 8% заряда ушло, 30 минут съемки видео 4К 60 FPS, 10% батареи. Кстати, надо сказать, что такую же отличную картину в плане автономности мы видели и у старшей версии GT6. Смартфон работает сразу на 14-м андроиде. Поверх, конечно, установлена фирменная оболочка компании Realme UI 5.0. Все работает, конечно, шустро, слаженно, без тормозов и прочего. Открывается и закрывается быстро, поэтому не будем тут долго останавливаться и переходим дальше. Все фишки, присущие данному классу смартфонов, конечно, на месте. И разделение экрана, и плавающие окна, и приложения с темами, шрифтами, обоями, музыкой тоже тут. Есть клонирование, причем всех приложений, а не только мессенджеров. В общем, весь список, как обычно, на экране. На всякий случай хочу отметить, что вот эту фишку старшего брата GT6 с сканированием страницы и быстрой отправки убрали, тут она недоступна. Но ну, еще нет FM-модуля, что-то Realme его в последнее время не жалует. Зато есть хороший линейный вибромотор. И вибрации тут в порядке, и виброотлик тоже отличный, пользоваться очень приятно. Ну а теперь давайте проверим наше стерео. Громкость на уровне, низы чувствуется, какой-никакой объем да есть. Для данного уровня хороший звук. Еще бы эквалайзер добавили для подстройки, а не вот эти четыре пресета предустановленных, было бы вообще шикарно. Зато громкость звонков и уведомлений разделили, за это плюс. Ну а теперь давайте поговорим о камере. Основной модуль на 50 мегапикселей от Sony, свежий этого года, с аптостабом и записью 4К 60 FPS. BBK его очень любит и активно вставляет свои смартфоны. Плюс есть древний ширик от Sony на 8 мегапикселей. Если сравнить модули с GT6, то основная камера тут классом попроще и пропал телевик. Что касается самих фотографий, то честно даже и не знаю, что сказать. Просто данный модуль стоит, к примеру, в Realme 12 4G за 15 тысяч рублей и в этом смартфоне стоимостью в два раза больше. Что думать, что туда воткнули слишком хорошие или сюда не очень, даже не знаю. Чего-то выдающегося в камере нет, но и ругать тоже ее как-то особо не за что. По цветам все в порядке, единственное, синий может немного уводить, это будет заметно на небе. Плюс иногда не справляется со светом, когда его слишком много. А в остальном нормальные, обычные, стандартные камеры. Как по мне, данный смартфон все же больше про мощность, про производительность, про экран, про автономность и, наверное, уже потом про камеру. Друзья, если сравнить GT6T и просто GT6, то, если честно, особой разницы как-то даже и не увидел. Да, GT6T делает чуть более светлые фотографии, я об этом говорил недавно. И можете увидеть разницу в цвете неба, об этом тоже о синем я говорил. А в остальном вроде бы все очень похоже. Сейчас пару-троечку сравнений вам покажу. Ну и конечно же напомню, что исходники всех фотографий можно будет скачать у меня в телеге, потому что YouTube качество все-таки сильно режет. Максимальный зум 10-кратный, вот небольшой примерчик его работы. Ну и наглядное сравнение между основным модулем и ультрашириком. Теперь пару фото в домашних условиях при недостатке света. И, кстати, очень даже хорошо получилось, наверное, и правда. Много света для этого модуля вредно. Ну и, конечно же, ночная съемка. Давайте посмотрим и на нее. Ну и, конечно же, тест записи видео Realme GT6T. В отличие от своего старшего брата, который без буквы Т, здесь всего два модуля телевика. Здесь нет, только основная камера, правда хорошая, может писать 4К 60 FPS даже, как раз в данном режиме сейчас идет запись. Два микрофона имеет, цветопередачу довольно хорошую, есть оптическая стабилизация. Давайте сразу, кстати, ее проверим, как она у нас будет отрабатывать. Вот сейчас 4К, 60 FPS, работает автостаб, давайте смотреть. Можно пробежаться немножко, может быть, как-то посмотреть автофокус. Ну, 4К 60FPS очень хороший автофокус, с этим ничего не поспоришь. Нормально, для данного смартфона камера вполне себе неплохая. Есть в смартфоне сверхстабильный режим, да, когда еще цифровая он накладывается поверх оптической. Работает, кстати, в 1080-60 FPS данный режим, что хорошо, а не 30, как обычно. И вот как раз сейчас сверхстабильный у нас с вами и снимает, можно сказать, если. так как мы с вами все-таки еще сравниваем GT6T с простым GT6, да, вот сравнение съемки их камер 4K 60 FPS в данный момент с левой стороны у нас с вами будет GT6T, можно пробежаться пройтись, во всяком случае с двумя телефонами бежать не хочется Фронтальная камера на 32 мегапикселя, также от Sony, опять же стандартный бибикейский модуль. Видео пишет вплоть до 4К, но все это только в 30 FPS, правда, если необходимо, есть цифровая стабилизация. Дополнительный режим съемки на экране, их тут много, есть и двойная съемка с обеих камер одновременно, замедленная съемка, правда, всего в 240 FPS. В общем, все перед вашими глазами можете посмотреть. Ну и давайте, прежде чем итоги подводить, посмотрим, в чем же основные различия между GT6T и GT6. Их на самом деле немного. Первый процессор у старшего брата, конечно же, мощнее, но ну и 6T с миллионом четыреста вон тут тоже совсем не слаб, и его вполне хватит для всех современных задач, даже за делом на будущее. Убрали некоторые фишки системы, которые на основе искусственного интеллекта. Если интересно какие-то, лучше посмотрите мой обзор на GT6, ссылочка будет в описании. Ну и основное отличие, друзья, это, конечно, камера. Основной модуль у 6T значительно слабее и убрали телевик. Пусть всего с двукратным приближением, но все же это телевик и он часто может выручать. Ну а теперь, друзья, к выводам. К плюсам я бы отнес, конечно же, экран очень комфортный, хорошее качество связи, мощный процессор и отличную автономность. Она что в 6T, что в GT6 просто на отличном уровне среди одноклассников. А из минусов по большому счету только троттлинг процессора, хотя в обычных задачах и играх он вроде бы не ощущался, но все же. Ну и подытожу уже своими мыслями. Неплохой и очень сбалансированный смартфон получился. Дурь есть, экран отличная автономность за глаза. Зайдите на ФОПД, ветку этого смартфона. Очень много постов как раз об отличной автономности по 10-11 часов экрана в повседневном использовании. Вопрос остается в цене. Если не задерут, то можно и нужно рассматривать. Спасибо, что смотрели, друзья. Ссылки на смартфон и мои телеграм-каналы в описании под видео и закрепленном комментарии. Всех благ вам и удачи. Пока-пока.